Вітаю, це програма «Будь у курсі». Ми не підбиваємо підсумки тижня, не тиражуємо смажені новини. Ми говоримо про те, що у нас накипіло. І в цьому випуску. Топ-5 розслідувань Харківського антикорупційного центру. Погорільці звернулися до Романа Ніхарошкова. Матеріальний ущерб считается индивидуально с точки зрения каждой квартиры. Возьмите, пожалуйста, эти документы. Потому что в каждом случае индивидуальный ущерб индивидуальный. В якому ритмі живе Харків? А в целом город быстро живет? Я думаю, да. По сравнению с другими городами, да. Если сравнить 10 лет назад, да, или примерно, то интенсивность жизни. Вишка на Салтівці, що глушила ворожі закордонні голоси. Выставка у воєнведі. Это негативы, найденные нами на полу заброшенной фотолаборатории в разрушенном училище имени Сергея Грицевца. Да, вот они такими негативами, как мы их нашли, мы их тут и повесили. С чем ассоциируется Харьков? Опитывание у Львове. Что прошло на думку? Перша столиця України. Місто Харків. Так. Чудове, гарне місто, бувша столиця України, чудові люди. Нормально, чудово ми відносимося до Харків. Нещодавно двічі побили співзасновників Харківського антикорупційного центру. Їх колеги пов'язують це з професійною діяльністю. Ми зібрали топ-5 розслідувань Харківського антикорупційного центру за серпень. Ничего не забрали, ничего не пропало. Это было показательное демонстративное нападение средь бела дня, возможно, с целью запугивания. Будинку на вулиці Котляра під час ремонту загорівся дах. Декілька сімей залишили житло, у квартирах обрушується стеля. Погорільці звернулися до директора департаменту житлового господарства. Был пожар над нашими квартирами, над 113 и 114 по улице Котляра. На сегодняшний день там сделали крышу. Вот происходит ремонт крыши. Начинают обивать у нас потолки там, где прогорело в нашей квартире и в соседней квартире. Начинается также очистка мусора, вывозят мусор. Вот. Ну а сейчас мы пришли к нашему директору жилищно-коммунального
хозяйство нехорошее. Будет ли проводиться ремонт в наших квартирах и будет ли восстанавливаться квартира? В каком объеме будет восстановлен, будут восстановлены квартиры? В общем, просто хотим послушать, что же нас ждет. Сейчас вы не живете дома? Нет. Там очень опасно. У нас такая... По друзьям, по знакомым. Ситуация, что обвал происходит потолка, поэтому... Пока... Здоровье дороже. Да. Сумма ущерба еще не подсчитана? Нет. Никто не считал сумму ущерба. Комиссия, которая бы подсчиталась сумму ущерба, у нас не было. До сих пор прошло 2 недели. Так, подождите, давайте так, вы извините, кто? Журналисты. Медиапроект Накипело, мы вместе с вами. Нет, смотрите, медиапроект Накипело мы сюда не приглашали, у нас рабочая сессия. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы что-то вам рассказали, ожидайте там. Выключите, пожалуйста. Не, а мы вам все расскажем, но отдельно, вне рамках этого рабочего совещания. Извините, мы вас не приглашали. А оно закрыто, это совещание? Не, оно, это рабочее совещание, мы его планировали без участия медиапроекта Накипело. Если у медиапроекта Накипело есть какие-то вопросы, вы, в принципе, сформулировали, мы запрос получили от вас. Вы получите на него ответ. Ну, тогда, если жители не против... Нет, смотрите, да. Рабочее совещание проводят не жители, а рабочее совещание проводится в департаменте жилищного хозяйства. Жителями не против, это, пожалуйста, на улице, там вы с ними встретитесь, и они будут не против с вами общаться. Значит, у нас есть кредит. Алло. Извините, обещал, катастрофически опаздывая, штаб по подготовке к зиме. Скажите, на ходу могу. Могу на ходу. Да, компенсация, смотрите, есть порядок, предусмотренный оказанием материальной помощи пострадавшим после пожара. Обращаются пострадавшие на имя Харьковского городского головы. Это социальная помощь, которая выплачивается из фонда социальной помощи гражданам, которые нуждаются в... таких, ну как бы, получение такой компенсации в результате последствий. Но сейчас людям некоторым негде жить. Что вот, для этого, мы сейчас решаем вопрос по тем, где негде жить, с точки зрения определения тех мест, куда мы можем предложить отселение людей. Часть мы уже вариантов предложили, уже посмотрели и согласились туда переехать. Часть сняли квартиры и находятся на съемных сегодня квартирах. Так, ну и остальные бытовые вопросы мы тоже решаем вот на таких рабочих совещаниях. Там кому-то помощь нужна с тем, чтобы перевезти мебель, значит, личные вещи за город. То есть техника тоже, автотранспорт выделяется для того, чтобы помогать людям в этом случае. Сейчас ведутся работы восстановительные на самой кровле для того, чтобы мы закрыли кровлю от попадания внутрь помещения атмосферных осадков. Это основной вопрос. В принципе, все вопросы на сегодня у жителей решены. Они их практически не задавали. Только стоял вопрос о компенсации оплаты за съемное жилье, куда люди сегодня переехали. Угу. Вот здесь мы им тоже разъяснили, что... Материальный ущерб. По поводу материального Материальный ущерб считается индивидуально с точки зрения каждой квартиры. Возьмите, пожалуйста, эти документы. Потому что в каждом случае индивидуальный ущерб индивидуальный. А тепер давайте подивимося, в якому ритмі живе Харків. А вообще Харьков быстрый город? Быстрый, студенческий, молодежный, айтишный. Вы успеваете за этим ритмом? Да. Вам нравится? Нравится. Люблю город, выросла, работаю. Все нравится. Я думаю, быстрый все-таки. Больше быстрый, даже чем средний, не говоря уже о медленном. Во всяком случае, если брать вот центральную часть, посмотрите сами. Быстрый и молодежный. Быстрый и молодежный. Да, я думаю, что так. В чем проявляется это? Как вы это видите, чувствуете? Во-первых, движение. Конечно, оно несколько сумбурно из-за этих ремонтов непонятных. Все это скученность, все это деформировано, куда-то сдвинуто, где-то пусто. Вот. Ну а что касается молодежи, то, по-моему, даже спрашивают. Прекрасный город, молодежь очень хорошо. Только утром пришел, встал на работу. От работы день прошел. Пришел домой, следующий день опять на работу. И так каждый день. Смотрим, уже и лета нет. Сейчас жару медленная, тягучая, давящая на голову. А вообще оно быстро. Быстро? А в чем проявляется это? Времени какая-то, конечно. С
17-26. Отлично. Еще вопросы. Как вы чувствуете, насколько интенсивно здесь жизнь протекает? Это надо сравнивать. Я всю жизнь тут живу, для меня она всегда так течет и текла, и, наверное, будет течь. Сравнивать не с чем. Нет, сравнивать можно, допустим, если сравнить 10 лет назад, да, или примерно, то интенсивность жизни. Это еще связано с профессиональной деятельностью. Кто-то нашел бешеную работу, для него интенсивность повысилась. Кто-то пошел работать в такси, у него интенсивность упала. Ну, динамично. В частности, у меня. Чем это проявляется? Ну, работа, дом, семья. Угу. Приходится отвлекаться. Для меня медленно протекает. Я развелась с мужем месяц назад, поэтому я сейчас в такой прострации нахожусь. Угу. Поэтому у меня время остановилось. Раньше оно двигалось для меня быстро. А в целом город быстро живет? Я думаю, да. По сравнению с другими городами, да. Так как я пенсионерка, у меня такая, да, никуда не спешу, ничего. Здравствуйте. Медиапроект «Накипело» занято? Очень быстро. А как это проявляется? Мы спешим на прием к доктору, извините. Проводим опрос «Время города». Извините, я спешу на автобус, серьезно. Спешите, да? Как, по вашему мнению, протекает время в Харькове? Печально. Печально? Харьков – это быстрый, интенсивный город или медленный, по вашим ощущениям? Сейчас медленный, я скажу. В связи с чем, как думаете? Ну, активность экономическая упала, судя по всему. Уехало много. Ну, летом сейчас студентов мало. Вообще, когда приезжают студенты, очень круто. В жару он протекает пассивно еще, потому что основная масса молодежи, студентов, которые наполняют центр днем, сейчас их очень мало. Я думаю, что дней через 10 вы проведете другой опрос, и совершенно будет другая картина. А сейчас, пока вы видите, вот в связи с жарой, мне кажется... В целом, в течение года, как... Я думаю, что наш город очень динамичный, очень интересный, чистый. И, несмотря на никакую критику, я думаю, что он имеет перспективу. Спасибо вам большое. На мазаще. До свидания. До побачення. В Радянському Союзі працювали тисячі радіовеж, що глушили так звані ворожі голоси – Радіо Свободи, російської служби BBC, німецької хвилі. Одна з них досі стоїть на Салтівці. Знайдені в покинутому льотному училищі фотонегативи стали експонатами виставки «ВОЕНВЕД». Автори проєкту – учасники арт-об'єднання «Боба Груп». Це негативи, знайдені нами на полу заброшенной фотолаборатории в разрушенном училище имени Сергея Грицевца. Это все мы на территории закрытого некогда военного городка ВОЕНВЕД находимся. Вот эти негативы мы увеличили, немножко украсили, как художники. И не инвертировали. Да, вот они такими негативами, как мы их нашли. Мы их тут и повесили на плитах, где были написаны бронзовыми буквами имена погибших выпускников этого же летного училища, погибших во Второй мировой войне. Этот мемориал тоже заброшен, да, уничтожен, был очень сильно зарос. Вот Алексей с Владом почистили здесь полностью, здесь все было настолько заросшее, что плит не было. Да.
Тут була тропинка, люди ходять отсюди на тропинку. І все, все остальное було зараз. Насправді така метафора. Ми вернули героїв з пола, з пильного, на геройське місце. Да? Оно тоже такое. На доску почет. Но они все так же заброшены и разрушены. Они одинаковые сейчас. Они и так... они здесь останутся. Мы снимать их здесь не будем. Как бы, как их судьба будет, так будет. Как понять, да? Животик. Ну, со стройкой. Кернес, Жадан, москалі. З чим гості та жителі Львова пов'язують Харків? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка у вас перша асоціація викликає Харків слово? Ну, там, може, якісь люди або події. Чому у вас асоціюється Харків? Харків. О, це цікаво, бо це моє рідне місто. О, так? Так, я... Круто, ми також з Харкова. Ну, яка перша асоціація, коли ви... Ну, це студенти, це дійсно так. Я сама студентка, я це відчула, це перший курс. Так, ну, мабуть, зі студентами, та... Не знаю, для мене це приємно завжди там гуляти. У мене з радянського світу. А чому? Я не знаю. Більшість старих речей, але з Харкова. Честно говоря, лингвистически? Да. Ну, когда люди приедут. А вообще, ну, там, про город что-то знаете? Нас нет. Нас не знают в Москве. Доброго дня, медіапроект «Накипіло». Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється Харків, місто? Що перше на думку? Перша столиця України. Місто Харків? Так. Чудове, гарне місто, бувша столиця України, чудові люди. Нормально, чудово ми відносимося до Харків. Я там в училищі вчився, де на Холодній горі. Нормально, люди як люди, всюди є, в кожній нації люди є людські. Богом лякають завжди. Що бандери тут, які стоїли, вже бачите, як люди відносять. Чи на російській, чи на українській, нема такої різниці. Чому асоціюється Харків? Що перше на думку спадає, коли ви чуєте про Харків? Парк Горького. Парк Горького, металіст? Жадан. Станок на Майдані Конго. Барбара. Театр Арабески. Місто студентів. ЄПА. ТОПА. Чому вас асоціюється місто Харків? Ми журналісти. То Львів, який Харків. Ні, я розумію. Ми журналісти просто з Харкова, і ми проводимо опитування у львів'ян та гостей міста, що вони знають про Харків. Я в Харкові була один раз, років 15 тому, тому єдина асоціація – це жде вокзал, вибачте. Добре. Поки що так, дякую. Дякуємо. Що перше на думку спадає, коли ви чуєте про Харків? Російська мова. Столиця України. Шоколадня, може, там є. Що перше на думку спадає, коли чують про Харків? Карабашова. Моя там онука зайняла перше місце по гімнастиці. Українське місто цікаве. І Харків – це місто студентів. Угу. Це місто, яке зараз має найкращу інфраструктуру, на мій погляд, у всій країні. У нас, як з обласних центрів, взагалі. Це місто парків. Місто дуже файної ілюмінації вечірньої. Це місто, де ще якась наука залишилася. В Харків гідний, щоб туди, щоб куди їхали люди і дивилися його. Так. Тому що стосовно ресторанів, кафе, він, мабуть, є більш креативніший, ніж масовка, яку пропонують люди. Бо це масовка європейська, це не дуже цікаво для людей, які багато продажують. Доброго дня, медіапроект «Накипіло». Скажіть, будь ласка, з чим асоціюється Харків? Харків з Бабкіним. О, клас, дякую. А ви гарний український город. А Харків для мене – це українське місто. Напевно, гарне, тому що там живуть українські люди. Ми дуже любимо Україну і дуже любимо людей. Добре, дякую. Почти всіх. А для яких не любите? Не хочеться оголошувати, але ви так розумієте. Напевно. Добре, дякуємо. Це все на сьогодні. Більше відео дивіться на нашому YouTube-каналі та у Фейсбуці. І головне, майте свою думку та нічого не бійтеся. До зустрічі!